Здравствуйте, друзья! Ну что ж, с момента выписки из стационара после эндопротезирования у вас прошло примерно 3 недели. Я надеюсь, что если вы смотрели предыдущие видео и выполняли все комплексы упражнений, то вы уже можете владеть своей ногой в рамках тех ограничений, которые поставлены при эндопротезировании, и особых проблем у вас уже не возникает. Но надо двигаться дальше, надо продолжать укреплять мышцы, окружающие тазобедренный сустав, для того, чтобы в будущем избавиться от тех ограничений, которые вам прописаны, и вести абсолютно полноценный образ жизни. Давайте вот разберем момент именно укрепления мышц. То есть сейчас вы можете уже спокойно большое количество раз, допустим, поднять прямую ногу вверх или отвести прямую ногу в сторону или согнуть ногу в колени. О чем это говорит? Это говорит о растущей выносливости мышц. Выносливости мышц. То есть мышца может сделать большое количество движений. Но для того, чтобы именно сделать мышцу сильнее, не выносливее, а именно сильнее, чтобы она стала более упругой, более большой в сечении и более плотно держала ваш тазобедренный сустав, надо добавлять весовую нагрузку к ноге, к тем упражнениям, которые вы выполняете. Весовой нагрузки у нас может быть несколько видов. Первое – это упражнение с сопротивлением. То есть тогда, когда кто-то из ваших там ближайших родственников сопротивляется вашему движению, а вы это движение пытаетесь выполнить. Не очень хороший вариант, как говорится, в руках непрофессионала. То есть человек может увлечься, чрезмерно сопротивляться, и это может привести к не очень хорошим последствиям. Поэтому вот этот вид отягощения лучше оставить для профессионалов, которые уже точно знают, какую нагрузку вам можно давать, какое сопротивление можно давать, какие углы можно давать и как фиксировать вашу конечность. Второй вид отягощения – это весовая нагрузка. Это самые простейшие спортивные утяжелители. Хорошая вещь, удобная вещь, но есть, как на мой взгляд, два минуса. Первое – это, конечно, цена данного оборудования, потому что после 1,5 килограмм утяжелители стоят уже таких ощутимых денег. И поэтому, а что такое 1,5 килограмма для ноги? Это очень небольшой вес. Следующий вид отягощений – это амортизационная нагрузка в виде эластичных лент, экспандеров и прочего. Хороший, самый, как я считаю, хороший вид реабилитационной нагрузки по одной простой причине. Что, смотрите, когда вы работаете просто с весом, с мертвым весом, скажем так, вы все время поднимаете один и тот же вес. То есть он на ноге, он стандартный. То есть идет тренировка с одним весом. Когда вы работаете с эластичными амортизаторами, по мере растяжения амортизатора резинового, вам становится все тяжелее и тяжелее. То есть идет нарастание нагрузки. И данный вид, он в реабилитации считается одним из самых предпочтительных. Но что же выбрать? Есть очень удобные, очень хорошие комплексы резиновых амортизаторов с манжетами, с креплениями за дверь и прочее. Но цена их, если мы говорим о качественном оборудовании, тоже, скажем так, приличная. Тоже приличная. И не факт, самое главное, что они вам потребуются в дальнейшем. Если кто-то планирует там дальше заниматься своим здоровьем,
то это оптимальный выбор, потому что можно прорабатывать руки, ноги, мышцы туловища. Очень удобно, то есть фактически можно сымитировать полный тренажерный зал. Но мы говорим о конкретной реабилитации, реабилитации после эндопротезирования тазобедренного сустава. Поэтому нам нужно такое оборудование, за которое не жалко отдать определенную сумму денег. Ну и будет не очень обидно расстаться с ним, когда вы окончательно восстановитесь. Поэтому сегодня мы с вами будем говорить именно о таком оборудовании. И я покажу основные движения. Я не буду опять забираться в дебри, чтобы вас не путать. Я покажу основные движения с отягощением для укрепления и тренировки мышц, стабилизирующих тазобедренный сустав. Давайте начнем. Итак, вот о чем я говорил. То есть вот такие ленты, которые продаются наборами, которые продаются по отдельности. Они разных цветов. Соответственно, каждый цвет соответствует какой-то определенной нагрузке. Стоит это там сущих копеек, и поэтому как бы не жалко будет с этим оборудованием в дальнейшем расстаться, я не знаю, детям отдать рогатки делать. Основное исходное положение у нас с вами будет стоя. Ну, давайте я вот эту возьму красненькую, чтобы ее было лучше видно. Основное исходное положение – исходное положение стоя. А наша задача – укреплять мышцы, которые стабилизируют тазобедренный сустав. Если вы ходите с ходунком или с костылями, то есть можно опираться и на ходунок, ну ходунок проще вот развернуть обратной стороной, да, и работать в этом исходном положении, опираясь на него. Можно облокотиться на стену. Можно облокотиться, я не знаю, на комод, спинку стула, все что угодно. Главное вот за что-то придерживаться, чтобы, не дай бог, не потерять равновесие и не плюхнуться на оперированную ногу, потому что еще не было контрольных снимков и пока еще вам до конца не разрешили опираться на эту ногу. Итак, резинка вот такая. То есть мы ее продеваем на одну ногу и, соответственно, вставляем туда же вторую ногу. Вот такое положение у нас получается. Резиночка в области щиколоток. Первое упражнение. Отведение ноги в сторону. То есть у нас работают ягодичные мышцы, у нас работают мышцы бедра. И все они как бы крепятся в области тазобедренного сустава, тем самым стабилизируя наш эндопротез. Стоим на здоровой ноге и отводим пораженную прямую ногу в сторону. Вот это движение делаем. То есть растягиваем резиночку и опускаем ногу. В сторону и обратно. В сторону и обратно. Это первое упражнение. Второе упражнение. Поворачиваемся, ну, грубо говоря, лицом к той опоре, на которую мы опираемся. Либо это стена, мы держимся рукой за стеночку, либо это ходуночек, и мы держимся за ходуночек, как угодно. Соответственно, прямую ногу отводим назад. Растягиваем резиночку. Вот это движение. Ножку можно ставить на носочек в конце. То есть резиночка может быть чуть-чуть преднатянута. Отводим ногу в сторону. Вот это движение. Прямая нога. Опять же, работает задняя поверхность бедра. Работает ягодичная мышца. То есть это движение вам делать можно и нужно. Следующее движение. Подъем прямой ноги вперед. То есть опять же, стоим на здоровой ноге и поднимаем ногу вперед. Здесь уже работают мышцы передней поверхности бедра. Некоторые головки четырехглавой мышцы также крепятся в области тазобедренного сустава.
Давайте у стеночки, чтобы это было видно. Ножку чуть выставили вперед и поднимаем ее прямую ногу, растягиваем резиночку и поднимаем вперед. Также это упражнение можно делать по диагонали, чуть-чуть наружу выводить ногу. Чуть-чуть наружу. Потому что, в принципе, мы в основном ходим елочкой. То есть мы не идем в одну линию, мы стараемся ноги ставить пошире. Следующее упражнение вот здесь. Есть небольшая тонкость крепления резинки. Здоровой ногой мы наступаем на резинку. И что мы делаем? Мы поднимаем колено вверх, тем самым растягивая резинку. Вот это движение. Вот это движение. Здесь уже также у нас работает еще и подвздошная мышца. Вот такое движение. Подъем колена вверх. А в крайней точке отведения всегда лучше сделать паузу. Паузу где-то на 1-1,5 секунды. То есть отвели, пауза, вернули. Отвели, пауза, вернули. Смотрите, сразу бросаться на тяжелые резинки не стоит. Начните с самой легкой. Количество повторений в этих упражнениях, ну, где-то в среднем должно быть 12-15 раз. 12-15 раз. Поэтому, взяв сразу тяжелую резинку, во-первых, пойдет нагрузка все-таки на эндопротез, а ее надо повышать постепенно. Поэтому берите легкую резинку, справились пару дней с этой нагрузкой, добавили следующую резиночку. Вот таким образом. И помимо всего прочего, можно ходить прям с резиночкой. То есть выставляем ходуночек вперед и делаем шаг, сначала оперированной ногой, растягивая резиночку. Потом опираемся на ходуночек и доставляем ногу. Опять же, ходунок вперед, шаг, растягиваем резиночку и доставляем ногу. Это тоже хорошее упражнение, которое отработает ваш шаг, отработает точность постановки ноги. Это в дальнейшем вам понадобится при переходе, соответственно, уже на более легкую опору, когда вам это разрешат. То есть легче будет шагать, нога будет легкая, и нога будет четко вставать туда, куда, ну, собственно, она должна вставать. Вот всего несколько упражнений, которые вы при помощи резинового амортизатора можете добавить в свой комплекс упражнений и, соответственно, уже наращивать силу мышц. Это не отменяет предыдущих комплексов. Вы их также можете продолжать. В прошлом видео мы разбирали все эти упражнения, и вы их даже не можете, а их нужно выполнять, но к этому комплексу вы еще добавляете упражнения с резиновым амортизатором. Еще раз повторюсь, 12-15 повторений. Начинаем с самой легкой резинки. Делаем все в одном подходе, пока в одном подходе. Потом, когда вы уже более-менее отработаете эти движения, можно делать упражнения в 2 и 3 подходах. То есть, грубо говоря, 15 раз растянули резиночку, отдохнули. Еще 15 раз растянули резиночку. Это второй подход. Передохнули или третий раз сделали, или перешли к следующему упражнению. Например, подъем ноги вперед или отведению ноги назад. Упражнений мало. Но это основные движения, которые будут укреплять ваш тазобедренный сустав. Итак, у нас с вами осталось несколько недель до контрольных снимков. В эти несколько недель
вы добавляете резиновые амортизаторы и уже готовимся к контрольным снимкам и к радостным новостям, что вам уже можно увеличивать нагрузку на ногу. И в следующем видео, последнем в этой серии, мы с вами разберем, как переходить на более свободную опору и как постепенно готовиться от отказа от этой опоры. Очень часто, к сожалению, получается такая ситуация, когда травматологи посмотрели снимки, говорят, все хорошо, все, бросайте ходить своими ногами. А ходить не получается. Поэтому вот в последнем видео мы разберем эти тонкости, эти основные моменты. На сегодня, друзья, я с вами прощаюсь. Увидимся в следующем видео через неделю. Всего доброго и будьте здоровы!